Сегодня у нас 4 июля 2015 года. Мы находимся в городе Героя Парижа. На площади около ратуши Девиль. Шура, сбылась мечта. Сбылась мечта Шурочки, которая мечтала всю жизнь посетить Париж, город столицу Франции, язык, который она изучает уже шестилетнего возраста. Пока у нас временная остановка, автобус, мы ожидаем нашего гида, состоится обзорная экскурсия. Сегодня очень насыщенная программа, у нас ожидается сегодня еще 5 экскурсий. Вот слева тут фонтаны, вот за фонтанами там река Сена. Вот, и там где-то вот за Сеной, там дальше находится знаменитость Парижа, Эйфелева башня. Сегодня очень большая программа у нас. 5 экскурсий, как я уже сказал, там и Монпарнас, и вечерний Париж, и прогулка на корабликах в бассейне и так далее.